Ха-хай, дорогие друзья, всем здорова, с вами по-прежнему Такс, и мы сегодня в Радмире на втором серваке делаем такую вещь. В общем-то, я дам бомжу 2 миллиона рублей, и мы посмотрим, что он купит. Сегодня у нас чувак с ником Молодой Такс, я его нашел ВКонтакте, здорово. Как тебя зовут, представься. Андрей, 14 лет. Вот, да, короче говоря, я написал ВКонтакте на стенке, кто хочет прямо сейчас. Он, в общем-то, попался мне, я ему попросил скинуть голосовое, но это не важно, потому что прямо сейчас, Андрюха, я тебе скину 2 миллиона, и мы с тобой отправимся тратить их вместе с тобой. Главная задача — потратить все бабки, чтобы ничего не осталось, и ты должен показать на то, что ты их потратишь. Ты уже решил, на что будешь их тратить, потому что у тебя было немного времени? Пока еще не решил, что буду брать, но думаю, машину сначала надо. Ага, понял, понял, машину ты хочешь. Ну, это нормальное решение, так, подожди, я тачку закрою, потому что приметная машина, все хотят ее угнать, на самом деле, я думаю. Типа, кто будет угонять ментовскую тачку? Но все уже прошарены, и нужно от нее как-то избавляться. Напоминаю, розыгрыш, еще одну серию, и все, он заканчивается. Ребята, добивайте, там подписчики ВКонтакте нужны. Вот, добивайте. В общем, давай свой банковский счет, а я тебе сейчас переведу бабки. Так, тебе продиктовать тогда, наверное? Напиши лучше в чат, так будет проще, так, чтобы я не перепутал ничего. Так, положить деньги, давайте, 2 миллиона указываем сумму, 2 миллиона. Лучше. Так, нет, это у меня столько нету. Так, 2 миллиона, все правильно. Ага, так, перевести на другой счет. Так, 65488, смотри, я тебе прямо сейчас перевожу, 2 миллиона 150 тысяч, я думаю, где-то там плюс-минус так и будет, все. Да, все, я тебе перевел, комиссия 100 тысяч, в итоге перевелось тебе даже на 42 тысячи больше, снимай так, бабки быстренько. Так, информация о счете, да, 2 миллиона 42. Давай, так, снимай, все, бабки у него миллиона. Точно, ребята. Так, Артемка стоит, ничего не понимает, что происходит. Так, все, я снял денежку. Послушай, погнали, все, погнали, слушай, так, ты говоришь, тачку хочешь первым делом, да? Ну, сначала лучше одежду, а то в коробке идти в автосалон как-то не очень. А, не впустят, да, тебя думаешь? Да, ну, я да, тебя да, понял, да. Я тебя понял. Слушай, ну смотри, садись в точилу, так. Бибип Нурмагомедов. Арабские Эмираты у него этот. Так, тебе нужно одежду, то есть. Я знаю, здесь неподалеку, слушай, а ты прошаренный, нормально. Давай, давай. Самый лучший магазинчик одежды. Так, у тебя, поскольку баланс 2 миллиона, ты должен мне отчитываться, сколько ты потратишь вообще на что. А, так тут прям вообще недалеко. Слушай, прям тебе хорошо сегодня прет. Давай. За сколько ты примерно хочешь взять? Ты еще решил, нет, это вопрос? Нет, я еще посмотрю одежду. Давай, я тебя жду, давай, давай. У тебя ровно 2 минуты, выбирай одежду, покупай. Я тебя жду здесь. Пока что так, охраняю вот, тебя здесь на мигалочках. 5000 вход. 5000 вход, ты уже потратил 5000, смотри. Ребята, он уже потратил да, 5000. Сразу сходу. Ого, ого, ребята, разъезжайтесь. Так, выбираем себе нарушаем. Нарушают пацаны, смотри, привет, здорово. Ку. Фурой просто перекрыл всю улицу, прикинь, здесь чувак. Нормально. Я штраф за что получил сейчас? Я просто сдал назад, прикинь, штраф получил. Еще раз! Ребята, багованное место, не надо тут ничего делать. Так, купил скин за 100 тысяч. За 100 тысяч? Да. Выходи, показывай, любуй, давай полюбуемся на тебя. О, дай посмотрю, дай посмотрю. Че за кроссы такие модные, найковские, слушай, да ты вообще прикид хороший себе собрал. Очки, побрился, успел даже. Я тебя понял. Все, давай, садись, поехали дальше. Офигенно. Неплохо, за 100 тысяч хороший скин. На самом деле, ребята, рекомендую. За сотку вообще прям хорош, да? А что не дороже взял? Деньги экономишь? Мне вот этот понравился. Понравился, да? Я тебя понял. Да. Так. Че, сейчас за тачкой, да? В какой автосалон ты хочешь поехать? Давай, низкий, потому что квартиры нету, а искать ее будет долго. Ага, то есть ты... Не... О! О! Ой-ой-ой. Ну я могу ментом на тротуаре, да, ездить, типа, камон. Слушай, ты не хочешь покупать квартиру, я так понимаю, да? Да не хочу, потому что сейчас искать Очень интересное решение, потому что все, кто до этого снимался в такой рубрике, в первую очередь бежали и покупали квартиры. ДТП, выпал из окна, красава, братишка. Все, из Мерседеса выпал, и скоро его еще переехало. Да, главное пристегиваться. Главное пристегиваться. Боком. О, отлично. Ха-ха, ты пристегнулся, ты не поверил, автобус поехал не туда, кстати, смотри. Так, мы едем в Низкого, получается, он около Анашана. Да, который? Братишка. Так, опа. Ты в АФК так долго не выходи, потому что я быстро езжу, потом выйдешь, кикнет. Ой-ой-ой, боба-боба будет. Так, обгоняем сейчас автобус на полном ходу. Автобус, аккуратней. Да нормально, не врежемся. Ты боишься помереть, потому что если ты помрешь, ты потеряешь все бабки, и все, и шоу закончится, короче. И ты должен мне будешь обратно все перевести, да, на баланс. Так, да на самом деле нет, я тебя немножко это проверил на реакцию, но ты никак не отреагировал, значит я похрен, да? Или нет? Нет, конечно. Так, тогда тест. Дам 100 тысяч. Как называется этот знак? Красный, сверху. Главная дорога? Нет, уступи.
100 тысяч не получаешь, главная дорога слева была. Ну, ты близок был к решению логической развязки, да, просто этот знак обязывает уступить главной дороге, вот, мы должны были уступить. Но, ребята, учите тоже знаки дорожные, потому что в КРМП их будет все больше и больше здесь, на Радмире, и они, как бы, пригодятся вам, чтобы не нарушать их. Чтобы все правильно ездили. Да даже прикол не в том, что нарушать, а в том, чтобы свою тачку драгоценную не разбить, и чтобы вот этот бампер вот не висел, знаете ли. Так, ты пошел за тачкой, я тебя жду. Да, все, тачка. Давай, мы будем как бы ожидать от тебя какого-нибудь интересного решения. Так, что я буду покупать, я тебе не покажу, чтобы была интрига. Давай, ну я не думаю, что там что-то супер дорогое. Самое дорогое, что там-то 200 тысяч стоит, 50. Ну, посмотрим, посмотрим. Угу. Так, ну посмотрим, как ты потратишь деньги. Я пока встал на эстакаду. Посмотреть, что у меня тут вообще есть. Ну, ни хрена у меня нет, только стейджи, кстати. Мои мощные. Так вот могу делать. Прикольно, да, тачка? Ты еще выбираешь, да? Так, все уже покупаю. А, ты уже покупаешь? Да ты быстро, а ты цвет выбрал, все правильно? Да. Так, ну тогда смотри, я отъезжаю назад и показываю тачку. Так, вот эта белая тачка твоя? Да, моя. Это что такое? Это Range Rover? Это джип, тьфу ты. Grand Cherokee. Grand Cherokee, да, я не узнал. Так, получается, ты сейчас открываешь, и да, я сяду к тебе. Да. Поехали дальше. Тратить бабки. На мою тачку так, мы забиваем болт. Так, наверное, я сначала хочу поставить стейджи. Стейджи? Да. Надо, чтобы она ванлила. Давай. Ну ты делаешь контент, братишка. Ты решил вообще пахнуть. Ну, кстати, хорошее решение, твою мать. Так-то, по нашим правилам, так он все. Обязан потратить бабки. Он их тратит. А потом, смотрите, он снимает стейджи, и бабки типа возвращаются. Ну ты хорош. Да, ну ты жук хитрый, прям. Хитрый. Нормально придумал. Ты прям прошаренный, слушай. Я бы на твоем месте на авторынке под стейджем, под видом стейджа продавал не стейджевые тачки. Не, меня так уже обманывали. Тебя обманули, да, на авторынке. Да все, мне кажется, все есть кого обманули. Это классическая схема. Развода, на которую надо попасться, чтобы понять, что тебя лоханули. Самое интересное, что ты оказываешься с корытом в руках, которое тебе не нужно по итогу. Да не, нормальный джип такой. Не, ну, как бы, это не самый лютый обман, когда ты совсем все теряешь, ты получаешь хоть что-то, да. По сути. Просто немного не то, что тебе обещали, совсем чуток. Да, просто деньги с неба, я считаю. И да. Хорошее настроение. Давай, ты едешь сейчас в стейджу, это налево, самый хороший поворот. ДТП могло произойти, как ты вообще сейчас вовремя повернул, я просто немножко офигел. Так, надо ремень пристегнуть. Да, потому что шоу может закончиться, напоминаю, если помрешь. Еще джип придется продавать. Джип, и ты больше не мужик. Да. Так, а что он у тебя валит? Сколько едет максималка? 130 сейчас уже едет. 130. Ну поставишь стейджи, поедет 100. Поверь, есть и такая тема в этом мире. Так, минус 500 рублей на штраф. 500? А мне 3000 почему приходит? Наверное, потому что я нарушал меньше, чем ты. Да ладно. Охренеть. Я не знал даже этот момент, а я просто захожу первым делом перед съемкой, оплачиваю штрафы. Дом и штрафы, чтобы... Ну, у меня дом слишком часто слетает. Это, ладно, это отдельная тема. Я не заметил по видосам. А тонировать не будешь? А, сейчас посмотрим по бюджету, что останется. А, ну что останется? А сколько у тебя уже осталось на руках? 1 600 000 или 700. У меня там просто мои 100 тысяч еще были. А, ну все, окей, так. Давай, тюнингуй, а мы посмотрим. Так, ставим радиатор. О, я вижу, да, ты его ставишь. Прикольно. Так. Никогда здесь не был с такого вида. Я пока выйду здесь, наверное, да? Слушай, чтобы посмотреть, что там за будка такая. Интересный интерьер, я такого не видел. Ах ты, падла какая, не дает зайти. Ребята, эксклюзив, я никогда не выходил на видосе, я всегда находился внутри в установочном центре. А, сейчас я открою, подожди. Все, давай, а то это, не выйду, навсегда останусь здесь работать. Оставим ношу. В гараже в этом потном. Да. Ну слушай, гараж-то чистый, ладно, чего уж потный-то. Ну все равно неприятно было в нем. Вот ты глушитель втыкаешь, воткни его в стекло нахрен. Чтоб из окна мне кажется, торчал. Не одобрят. Пацаны, не одобрят. 4.0 литра у тебя написано, причем. А, литре. Но все равно в любом так, случае, все. Это не на английском языке, хватило, а на каком-то на европейском. Стейдж. Интересно, европейская у тебя получается версия джипа. Так, ты застейджил. Ага. Да. А, ты можешь пружины спилить за сотку всего лишь. Напоминаю. О, кстати, да, интересно. Но поехали, да, если ты хочешь. Наверное, тонировку поставлю. Она 300 тысяч стоит, если что. А, нет, тогда не нужна, она что-то дорогая обнонка. С Китая потом закажу. Да, ну тогда спиливай пружины, чтобы точно был стиль. Заодно замеры сделай, сейчас налево едь, по прямой все. Можно будет что-нибудь на него поставить. А, у меня пропало спидометр. А, ну это нормально, перезайди в машину сейчас. А тебя, в принципе, сейчас тачка не поедет, она у тебя будет также ехать 130. Скорее всего, она у тебя максималкой будет 150.
Красава, красава не, вообще. Уже больше. А, направо так, надо. Так, мы нарушаем, поверить. Деньги есть. Деньги есть, да, ты за счет моих денег решил штрафы, да, себе проплатить. Я тебя понял, это тоже считается, окей. Уже получается. Было бы смешно, если бы в конце последней бабки ты потратил на билет нахрен в Майами и улетел со всем имуществом, короче, жить туда, за бугор. Переправился такой. Да, устроился там мощиком окон, заработал себе, открыл маленький бизнес, так, налево, разворот. Ну, на самом деле, пойду работать на автомойку, чтобы прокормить вот этого вот. В Америке кидают на чай, поэтому ты там себя хорошо будешь чувствовать. Ну, в этом-то да. Потому что вот эту машину прокормить, я думаю, будет стоить недешево. Да, бензин тоже считается. Давай, заезжаю, устанавливай. Вот, главное, гидравлику не поставил, ты это хорошо. А что ты белый цвет выбрал? Ты же мог выбрать какой-нибудь поинтереснее. А я сейчас пойду еще перекрашусь. А, так мог бы сразу просто выбрать. Деньги просто 8 тысяч лишние тратишь. Давай тест-драйв. А, мы в тест-драйве сейчас находимся? Да. Вот, это... Не-не-не, страшно, очень страшно. Так, а я сейчас... Ага. А я как? А мне как быть? Не, все, я за тобой зашел. Все, я просто подумал, что ты сейчас пропадешь, а я останусь здесь в виртуальном мире. Так, выбрай другую модификацию, что-то не понравилось мне. Ты повыше решил, да, сделать? Ну давай посмотрим, что получится. Давай тоже тест-драйв попробуем. А ты все решила тест-драйвить, прям чтобы не выпустить оплату. Да нормально, мне кажется, не? Во, минус 60, да, нормально. Ставь. Ой. А что ты выходишь, что ты меня так пугаешь, потому что я не хочу остаться в этом виртуальном мире. Я буду здесь один, без игроков, без интерьеров, без всего снимать видосы. Да. Я тебе и так уже хотел оставить в стейдже. А, нифига, и все, и потратить шоколадь на проституток, да, деньги потратить все, я понял. Ну, конечно. Ну, как обычно. Ну, наверное, ну, минус 80 вот так поставлю. А что, минус 60 нормально было? Что ты, да, ну, хотя как хочешь. Все, приобретаю. Я твои намерения не до конца вообще понял, что ты с этой тачкой хочешь сделать. Ничего не изменилось, ну ладно. Ну немножко она ниже стала, окей. Теперь она как бы смотрится поинтересней. Ты сотку уже потратил, да? Да. Так, окей. Осталось 800 примерно. 800, да? Ты на стейдж потратил сколько? Миллион? Миллион, да. Миллион. Я тебя понял. Так, отправляйся тогда куда сейчас? Теперь в тюнинг в обычный. А, ты решил прям все с тачкой сегодня сделать. Я понял тебя. Скин ты купил, тачку сделал. Практически ты еще тюнингуешь. Так, ждем. Нарушил чутка. Чутка совсем. Денежка есть. Хватает. Я тебя понял. Так. Можно несколько раз. У тебя немножко хп, вот я сейчас смотрю, скоро шоу может закончиться. Да, страшно. А чё вот не взял, кстати, УАЗик вот такой, Хантер? Мне как бы джип побольше нравится, чем УАЗик. Да, можно просто было в черный сделать, затонировать, вообще гелик бы был. Я так делал, вообще классно. Да, видел. Ну вот, я говорю, можно было бы так сделать. Ну ладно, джип тоже нормальная тема, на самом деле. Поэтому надо ставить лайки. Да, и лайки ставить и в комментариях догадаться, что вообще он пытается сделать. Я так и не понял, на что он тратит деньги. Ну, на стейджах-то понятно, он сэкономит, типа, миллион, который я ему дал. Вот, тюн. А мне придется выйти, машина двухместная. А ты потом в гараж зайдешь. А можно, да? Да. А как? Во, меня хотят записать на тюнинг. А там давай, же можешь зайти. Записывайся, да. Все, давай. Используйте клавишу Эш. А, ну сейчас посмотрю, да, в какой гараж ты зашел. Фу, давай. Ха, так и знал. Самый любимый гараж. Это, короче, нет, для клиентов и работников СТО. Короче, я не могу зайти, я тебя жду здесь. Расскажу пока историю. Связана она с тем, что одними учеными, группой ученых, было решено, точнее выявлено, такая закономерность. Когда заходишь в туалет, есть много кабинок у тебя на выбор, да? Вот, все свободны, в какую зайдешь? Вот представь. Даже не знаю, наверное, в среднюю или в первую. Вот, а на самом деле больше всего людей заходит во вторую, потому что они считают, что в первую насрано настолько сильно, что они туда не пойдут, а во второй типа более-менее, а в остальных типа, ну, просто далеко идти, и поэтому самая популярная и засранная кабинка на самом деле не первая, а вторая, самая грязная, и поэтому, вот, заехав во вторую, ты мне напомнил об этой теории. И я после того, как прочитал эту херню, действительно подловился на том, что я всегда хочу зайти во вторую кабинку, в любом, даже пустом вообще кинотеатре, да, в туалете. Всегда хочу зайти во вторую кабинку, но в какой-то момент я себя, как бы, подстегиваю, иду в первую. И в первой-то оказывается чисто, в первой никогда не закончена бумага, никогда не насрана и насрана. Ребята, возьмите на заметку. Вот, либо первая, либо, короче, последняя, самые чистые кабинки оказывается. Хотя насчет последней не уверен, что там было в исследовании. Мне больше интересно, кто занимался этим исследованием, что он хотел этим добиться. Так, ну я перекрасил пока что машину в черный цвет. А ты диски будешь ставить, да?
Ну, я думаю, пока что. Что-то они какие-то на него гигантские сильно. Ну, я бы поставил, раз они гигантские. У меня, наоборот, на тачках маленькие, они у тебя гигантские, тебе, считай, везет. Блин, нифига себе. Надо поставить оффроудные. С-класс рестайлинговый, прикольно. Не видел. За 100 косарей ставим оффроудные. Оффроудные за 100? Ну, слушай, что-то, я, кажется, догадываюсь, что ты хочешь сделать. У тебя внедорожник. Ты ставишь оффроудные колеса. Ты купил скин такой, я бы сказал, деревенщины. Ты, кажется, что-то замышляешь. Какую-то... Ну, поживем, увидим. Посмотрим, да. Так, а подожди, это кому-то принадлежит, что ли, получается? А, или нет? Офигеть. Сколько урус стоит сейчас арендовать? Ну-ка, интересно. Урус стоит арендовать сейчас 30 косарей. Ебанумба! Ха-ха! Это сколько часов надо на ферме просидеть, чтобы на урусе покататься и разбить его в хлам сразу на первом повороте? Так, ну, наверное, последнее место, куда я поеду, будет амунация. А-а-а, ты выехал? Сейчас буду выезжать. Амунация? Амунация? Типа... Ну, конечно. Я что-то... Я вообще прям в шоке, как ты потратил бабки, конечно. Ну, не то, что в шоке, в приятном удивлении. Очень интересно прям. Как тебе теперь мой джип? Вот, это стилево. Это не то, что стилево, это просто это привлекает внимание. Жесткая вообще тема. А номера не будешь покупать? Я тебе могу какие-нибудь номера, кстати, вручить в подарок. Сейчас посмотрю. Что у меня есть? Так. Вор 803, тебе надо номера? Давай, а ты сможешь их сам поставить? Ну, сейчас глянем. Как давай, минимум выкинуть тебя на дороге, и их сопрет какой-нибудь бомж и продаст. Давай, я тебе подарю номера вот эти вот, реально. Why not? За такой интересный контент. Да? Пфф, реально, я могу купить номера и повесить кому угодно их? Все. Чего? А ты так нечаянно повесить болотные номера? Да, я много таких видел случаев. Много видел. Можно просто, короче, заниматься на тачках, нету номеров, да? Покупаешь номера лошара там или что-нибудь такое и клеишь, короче, чувакам. Пранк, короче. Ставьте 5000 лайков, и я сделаю такой пранк. Он просто дорогой очень. Я просто подумал, вот справа чувак без номеров. Как бы он отреагировал, если бы я купил номера и, типа, написал бы лох, и, типа, потом их снял, успел бы, наверное. Так, амунация у нас в деревне за автос... Да, да, ты мог сразу заехать туда, но ты, короче, решил все сделать по плану. Окей, отправляемся в амунацию. Аккуратно, Нива как боком залетает, смотри. На красный, ну, кстати, получается, у нас зеленый был, у него красный. Куда-то торопится, шпек. Кстати, Нива-то вон валит. На простых колесах, надо оффроудные. Оффроудные, я понял, ты что-то в лес собираешь. Амунацию в лес. Кажется, ты хочешь стать охотником. Кажется. Ну, естественно. Да? Реально? Да. То есть хочу, это самая выгодная работа, да, получается? Ну, неплохо так за голову они не дают. Угу, ну, то есть ты тратишь патроны, складываешь их в новую свою испеченную тачку, едешь, зарабатываешь, снимаешь стейджи, покупаешь квартиру. Я, ну, прям гениальное решение, на самом деле. Ты не слил бабки в унитаз, если честно. Вот. Но я должен увидеть, что ты купил себе точно ствол, а не что-то другое! Нормально. Хорошая у тебя тачка, братишка. Даже заниженная перескочила. Охренеть. Нормально он тебе в жопку-то въехал. Чуть-чуть подпихнул. Так, у тебя отпал, получается, капот. Я смотрю, что у тебя там движок-то занимает немного капотного пространства. Ну, Жигули. Он у тебя рядный, шестерка, наверное, рядная, или нет? Сколько? Да нет, я Жигули поставил. Вроде четырехцилиндровый. Сейчас я гляну, кстати, пока ты там ходишь. Да, 4 цилиндра я вижу. Ну, мне кажется, это движок Жигули. Рядная четверка, ну, такой себе движочек. Ну, обычный, обычный прям, незаурядный. Я думал, рядная шестерочка. А, у меня нет лицензии. Ну, ты попал. Ну, ты попал. Ну, слушай, а лицензию покупать надо. Сколько у тебя денег осталось? У меня 700. 700 косарей, да? Угу. Ты должен потратить их на что-то, решай. Так, на что бы их еще потратить? На что ты можешь их потратить? Ты можешь купить вторую машину еще. На пневму уже не хватает. На пневму, да. Ну и дорого для такой тачки пневма, мне кажется. Да, ну, наверное, я поставлю еще вторую машину куплю. А у тебя сколько уже занято в слотов? Это у тебя единственная машина? Да. А, ну тогда покупай вторую тачку, мы можем, в принципе, а ты можешь сзади, вот, или ты на авторынок хочешь? На авторынке, наверное. На авторынке? Ну, погнали. Да. Так, братишка, у тебя ХП на нуле, и скажи, куда мы приехали вообще, во-первых? Ну, у меня оказалось тут машинка есть. А, так, это твоя это машина, да? Ты, секретик, нифига себе. Да. Так, и что ты будешь с ней делать сейчас? Ну, я на ней в такси вообще работал, поэтому...
В такси работал. Ну она желтая, да, ладно, я что-то не верю сначала тебе, такой думаю, какая нахрен в такси работал? Как ты на ней работал? Такси Марсель. Такси Марсель? Я понял. Слушай, реально из нее можно было сделать хорошую ту самую тачку из фильма «Такси». В общем-то, побри себе висок, купи себе поло с сборной Франции и гонять себе, да? Да. Было бы нормально тело. Отметить на двери такси. Шашку поставить. Фейк такси лучше. Ой, ну этот Мерседес сегодня тебя это... Да, меня что-то Мерседесы старенькие не любят. Да, что-то тебя вообще не прям не уважают. Ты едешь в стейджевую снова? Да. А твои планы с СВДшкой обломались? Ну я оставлю тебе 100 тысяч, не буду себя с них требовать, потому что я так понял, ты хочешь зарабатывать на охоте, да, сейчас? Поэтому ну, купил внедорожник. Ну, олени лишними не бывают, вкусные такие. А, я тебя понял. Хорошее решение, ты будешь отбивать свои инвестиции, потом снимешь стейджи, вложишься, купишь квартиру, кстати, по идее, в ПГТ Лыткарино за 100 миллионов вот продают, можешь прямо сейчас купить, сняв все так свои стейджи. Ну вот это же у нас тачка гоночная, поэтому да, все делаем по-гоночному. Давай. Давай, делай по-гоночному, прям чтобы прям все тёлки просто пищали, как видят твою тачку. Теперь ставим радиатор. Посмотри, какая труба. Ё-моё! Ну она лаконично вписалась в тот самый выхлоп, который у тебя посмотри, стоит. Посмотри, куда я ставлю радиатор. Где он? Спереди, спереди. Я пока не вижу его еще. А, ну он поставлен очень гоночно. Я вижу, я тебя понял, выезжай, у тебя сразу это прибавилась колесная база. Ну не колесная база, а длина машины. Ну хорошая машинка, да? Давай, поехали. Сколько бабок у тебя в итоге осталось? У меня осталось все 50 тысяч. Все? Я официально заявляю, что твой аккаунт прокачан, дай мне выйти позволить. В этот момент очень, как бы, нужно уходить по-английски, поэтому, братишка, я с тобой прощаюсь, вот, и убегаю нахрен во свояси. Ты можешь езжать куда хочешь, все, наслаждаться своими бабками. Ну, а я, дорогие друзья, с вами прощаюсь, ставьте лайки. Когда будет набор, в общем-то, в это шоу, я об этом сообщаю только лишь на своей стенке ВКонтакте, поэтому нужно подписаться и заодно поучаствовать в розыгрыше на Бэху. Просто, как бы, ну, жалко разыгрывать побольше чутка участников. Давайте, участвуйте, и все. Буквально там человек 100 еще, и мы разыгрываем. До скорых встреч, пока.